Здравствуйте, меня зовут Ворошилова Настя. Я обучаюсь на третьем курсе факультета дизайна в Московском экономическом институте. Мой лайфхак относится к теме, как организовать самообразование, осваивая будущую профессию. Я обучаюсь на графического дизайнера, и сегодня я хочу вам показать несколько интернет-ресурсов, которые помогут вам при создании проектов как во время обучения, так и в будущей профессиональной деятельности. Итак, наш первый сайт – это colorschem.ru. На данном сайте представлен цветовой круг. Это удобный инструмент для подбора цветов и генерации цветовых схем. Круг представлен в цветовом формате RGB, что очень удобно для дизайнеров, работающих в графических программах. Здесь очень удобно подобрать необходимый вам цвет, а в углу будет указано процентное соотношение оттенков, благодаря чему вам будет легко повторить этот цвет в вашем проекте. Данный ресурс дает огромные возможности для комбинации цветов, показывает контрастные оттенки, а также здесь есть всплывающие подсказки, которые помогут легко разобраться в использовании и позволят даже новичку создать идеальные цветовые решения для своих проектов. Также на данном сайте представлены две книги про цвета. Есть конвертер цвета, название цветов, цвета автомобилей, имена цветов. Также здесь есть описание существующих цветовых моделей и многое другое, что можно найти во вкладке «Карта сайта». Следующий наш сайт – AsCreative. Этот ресурс будет полезен для всех, кто работает в графических программах и в особенности часто использует Photoshop. На нем вы можете найти много интересных статей, вдохновиться необычными работами и проектами в области дизайна со всего мира. Еще здесь представлено множество ресурсов, где можно скачать шрифты и дополнительные инструменты. Кисти, текстуры, иконки, фоны и многое другое. Также здесь есть обучающие учебники по работе с программой Photoshop. Плюс ко всему, на данном сайте есть разделы для тех, кто занимается фотографией или как-либо связан с бизнесом. Люди, развивающиеся в данных областях, найдут там для себя много интересной информации. Наш следующий ресурс называется Хабр. На данном сайте представлено огромное количество статей и лайфхаков не только в области дизайна, но и для многих других направлений. Разработка, администрирование, менеджмент, маркетинг, специалисты разных направлений откроют тут для себя много интересной информации. Множество ведущих компаний разных направлений рассказывают о том, чем они занимаются, и делятся полезной информацией, которая поможет вам развиваться и стать ведущим специалистом в вашей сфере деятельности. Надеюсь, данная информация окажется вам полезной. Спасибо за внимание.